Юные танцоры из республики стали дипломантами международного фестиваля конкурса хореографического искусства Dance Continent. Событие стало ярким и запоминающимся не только для участников, но и педагогов, членов жюри и зрителей. На фестиваль приехали более 75 коллективов. Это более 1500 участников, среди которых 51 наш конкурсант. Комия представляли юные таланты детской хореографической группы «Капели» из Сыктывкара. Ребята получили дипломы первой и второй степеней, а также грант на участие в сочинском конкурсе. Мы привезли весь коллектив. Самым юным участникам было 6 лет, самым старшим 16. Вот. Получается, 3 возрастные группы мы представляли. Это 6-8 лет, далее 9-13 лет и 13-15. Номинация наша «Эстрадный танец». В каждой возрастной категории мы представляли по 2 танца. То есть в итоге мы здесь танцевали на конкурсном просмотре 6 номеров.